Это вот некоторые инструменты для тучи. Это вот строгий ошейник. Очень хороший, если будет вдруг тянуть, на велосипеде можно заниматься с ручками вниз. Очень удобное колечечко. На собаку одеваете, носится и такой простой ошейник кожаный, и строгий. Надо перестегнули на тот или на другой. Вот такой триминг. Это снимается остевая шерсть. Он по интернету можно заказать, купить. Вот это фульминатор. Такая расческа, где-то быстрыми движениями снимает остевую шерсть. Только нужно не корябать ей, особенно когда он новый, кожу. И вот такой фульминатор очень хороший. Он под шерсть и выводит. Видите, он колесиками такой, тоже быстрыми движениями, где-то на поляночке стали, раз-раз-раз, и прямо шерсть будет отлетать. Вот маленькие такие ножницы небольшие, с закругленными кольцами. Это попочку постричь, там от глазика до глазика, уголочек, там лапочки, там вот и ушки. Вот, значит, триммингую я обычно вот такой тримминг, захватывается шерсть, натягивается кожа, и собачка щипается таким триммингом, ему уже почти 30 лет. Ну вот сейчас на туче это показать, чуть дальше отойди, чуть дальше. Вот туча, вот терминатор, иди сюда. Терминатор вот это вот так работает, вот так, раз-раз короткими, только сильно не врезаться в кожу. Короткими движениями, так раз-раз-раз-раз, всю собачку, минут 15 так, ну в общем все вы ее вычесываете. Вот, вот, вот сколько шерсти выходит. А это стриппинг. Им можно даже против шерсти работать. Он идет на подшерсток. Вот смотрите, видите, шерсть прямо выскакивает. Это то, что под низом осталось. Пуховая шерсть. Пух. Тоже вот так проходите собаку, поддерживаете полностью ноги. Все. Внутри, заднюю часть, переднюю часть. Здесь животик. Вон сколько шерсти. И лапочку. Дай туча лапу. Лапу. Дает туча. Мы против шерсти. Раз, 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 раз. Фульминатором с внутренней стороны. Боковой. И вот так сверху вниз. То же самое и вторая нога. Под шейкой. Тоже головку, щелочку на себя. Вот так. Вот. Ну, это немножко больше занимает времени. Думаю, все понятно. Ну все. Пока-пока. Удачи. Роман Кош, часу.